Работа фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие социальных проектов и гражданских инициатив. Еще одно важное направление – раскрытие интеллектуального и творческого потенциала казахстанской молодежи. Я считаю сегодня, как считалский государственный университет Шухана Валиханова, это очень большой градообразующий университет в Акмолинской области, более 5500 здесь студентов учатся. Поэтому для нас, для фонда, очень важно здесь, допустим, работать с этим университетом. Одно дело, когда мы находимся в Астане, другое дело, когда мы приезжаем сюда, всем своим проектным офисом, и мы начинаем это показывать. Тесные контакты между университетом и фондом наложены давно. Участники встречи уверены, эта встреча придаст новый импульс росту взаимного сотрудничества. Фонд первого президента Республики Казахстан и Государственного университета имени Шукана Уалиханова взаимодействуют по многим направлениям. В течение последних 5 лет 6 студентов и аспирантов стали призерами фонда. Предложенные ими проекты были в агроэкономическом, научно-техническом направлениях, а также в области гуманитарных наук, истории и психологии. Фонд поддерживает научные проекты, направленные на развитие производства и другие отрасли. В Кокшетавском государственном университете таких разработок немало, и одним из них проект по эффективному выращиванию гречки. Данный патент может быть использован в сельском хозяйстве именно для получения более высокого урожая, используя ресурсосберегающую технологию. В ходе встречи представители фонда отметили, что всегда готовы поддержать молодых ученых. Главное, чтобы их изобретения принесли пользу для страны. Наргиз Булатова, Аугамбек Манарбекулы, Данияр Жумагулов, Кокша Ахпарат.